Всем добрый день. Хочу показать такой симпатичный уголочек у нас есть недалеко от села. Киселевский родник. Родников у нас много. Он необухоженный родничок тоже пробился. Льет водичка. Есть вот такой ухоженный. Вот с таким красивым зданием. И водичка льется. Сюда все наши жители приезжают воду набрать. Чистая, вкусная вода. Сюда местные жители иконы приносят. Много уже стало. Вот такой вот родник у нас. Приезжают сюда молодожены, на мостике там свои замочки вешают. Здесь вот обустраивают место на Крещенской. Такие купания. Вот такой у нас есть родник. В каждом уголочке России найдется место, на что захочется посмотреть. А еще как закаты полыхают, и послушать, как поют соловьи.